пяткой, наверное, на партнера как-то откинуть мяч, но это дальше от ворот, зачем эта передача была нужна, непонятно, можно даже было самому там, в принципе, мяч останавливать или даже без остановки наносить удар сразу по воротам соперника, и это мог быть вполне второй гол. Зайцев с мячом вновь. Ну что, еще одну капитанскую передачу очень хочу увидеть. Конечно, то, что было вот в атаке предыдущей, это было просто шикарно. Исхаков откатывает назад. Галихин здорово находит партнера. Удар будет, но с ним справляется Вадим Наумов. Играет в такой сегодня маске специальной, чтобы лицо не мерзло. Ну, можно понять, на самом-то деле холодно. Я думаю, вы все заметили, успели все заметить снег на поле. Так, ну я так понимаю, мы вышли наконец-то в прямой эфир. Пробежимся еще разок по составам играющих команд. Вот буквально сейчас закончится атака трансконтейнера. Естественно, мы все нюансы уладим. Зайцев с мячом. Держит его достаточно долго. Трансконтейнер долго и, в принципе, без особенного какого-то сопротивления Империал. Да, счет уже 1-0, я напомню, для тех, кто только-только подключился. Трансконтейнер очередная... Может получиться хорошая атака. Галихин. Здорово на партнера. Ой-ой-ой, какой момент. И в итоге заканчивается он ударом в штангу от Павла Бочкарева. Но тут нужно отметить, что Вадим Наумов, прежде всего, справился с этим ударом. Перевел его в более безопасное место, в штангу, собственно. И будет угловой для трансконтейнера, кстати говоря. Угловые у трансконтейнера это всегда опасно. И вот вновь удар в перекладину. Попадает мяч потом в Наумова. И, собственно, момент еще не исчерпан. Зайцев удар слева и над перекладиной. Теперь уже дважды, в общем-то, за всю игру трансконтейнер испробовал каркас ворот. Трижды уже даже получается. Да, испробовал каркас ворот. Дважды в одном моменте практически каркас ворот Вадима Наумова. Ну что же, а мы о составах немножечко поговорим. Дважды до этого не получалось начинать с трансконтейнера. Вернее, я начинал и рассказывал о составах, но в эфир это все никак не попадало. Начнем теперь с команды Империал. Они сегодня гости. Империал команда из вышки, из высшего дивизиона Южной ЛФЛ. На воротах Вадим Наумов, как я уже неоднократно его представил. Под 63-м номером полевые игроки Вахов 19-й, Дюженко 8-й, Кузнецов 2-й, 5-й Махиянов, 4-й Трушкин, 21-й Янковский. И Роман Козлов под 77-м номером играет, как-то я пропустил, честно говоря, в протоколе эту фамилию, тем более, что сейчас Козлов на поле, это вообще недопустимо пропускать, естественно, фамилию, да, поэтому прошу также за это прощение. Состав трансконтейнера в воротах, 22-й номер Федор Плотников, полевые игроки 7-й Ануфриев, 10-й Бочкарев, 21-й Бушуев, 95-й Галихин, 18-й Жарков, 19-й Зайцев, 8-й Исхаков, 11-й Кондрашов, 35-й Красников, 14-й Крылов, 77-й Куликов и 17-й Тарасов и 25-й Уманцев, собственно. Вот такой состав, а сейчас едва ли не первая опасная атака Империала. Мне кажется, в руку все-таки мяч попадает защитнику, и там не то чтобы сильно умышленная была рука от Жаркова. Вот, но судья... как-то этот эпизод проигнорировал. Зайцев, очень хорошая передача. В очередной раз на свободное место Бочкарев. Вот здесь 10-й номер ошибается с передачей. Но есть партнеры же, есть партнеры. Да, Жарков отдает еще раз на партнера, на Зайцева. Вообще, мне кажется, вот по тому, что я успел увидеть в этом первом тайме, просто играйте через Зайцева, и он все придумает, все сделает лучше. Лучше как бы и не будет уже, потому что какие он передачи раздает. Посмотрите, Зайцев сейчас здорово пытается штрафную, но вот, пожалуй, это не лучший был пример. Передача от капитана трансконтейнера. Возможно, получит некоторый шанс исправиться Зайцев. Штрафную навешивает, ну там рикошетик был, микрорикошетик такой. Удается трансконтейнеру остаться с мячом. Я напомню, что это встреча 6-го тура Кубка ЛФЛ. И это встреча абсолютного фаворита, ну, как абсолютного, одного из двух, скажем так, фаворитов группы с явным аутсайдером. У трансконтейнера 10 очков, соответственно, об этом, наверное, чуть позже скажу. У Империала очков 0, то есть вообще неудачно проводят
выступления в Кубке. Но, да, вот такая разница есть в Кубке ЛФЛ, а в лигах своих, в общем, в премьер-лиге на Западе Трансконтейнер занимает 6-е место и 7-е место занимает в высшем дивизионе Юга команда Империал. То есть, вот, не знаю, с чем это связано, разница в лигах, то есть в силе команд, выступающих в высших дивизионах, да, Запада и Юга. Ну, наверное, нет. Есть команды, определенный ранг команд, которые на кубок, на Лигу чемпионов ЛФЛ, как бы это красиво и высокопарно не звучало, да, обращают внимание не очень сильно, а концентрируются в основном на своих местных чемпионатах, даже иногда на местных кубках, да, почему бы нет, все-таки считают это более важным. А здесь опасный момент, просто спиной к воротам оказался Денис Куликов, и тем не менее смог развернуться, нанести опасный удар по воротам Наумова, но вот здесь уже Наумов в свою очередь сыграл достаточно неплохо. Очередной угловой для Трансконтейнера будет, я так думаю, подача, в штрафную отправляется высокорослый Ануфриев, но тут даже на дальнюю штангу пытается сыграть Трансконтейнер Куликов. Так, судьи останавливают игру, считают, что нарушал там правила 17 номер Трансконтейнера Михаил Тарасов. Тезка мой, кстати, да, если совсем уж мы давно не были в эфире, да, скажу, что матч это для вас комментирую я, Михаил Фомин. Вот, ну и, в общем-то, предлагаю вам насладиться футболом, хотя это уже об этом поздновато, на мой взгляд, говорить. Но никогда не поздно, с другой стороны, наслаждаться красивой игрой. А здесь игра, на мой взгляд, очень неплохая. По крайней мере, вот Трансконтейнер смотрится достаточно уверенно. И как-то, в общем, не играют они спустя рукава, потому что некоторые команды, знаете, выходят на матч против аутсайдеров того или иного турнира и как-то, в общем, расслабленно говорят, да мы этих аутсайдеров, да там все понятно будет. Да, здесь вполне серьезная игра, да и Империал, в общем-то, не теряется, на мой взгляд, на фоне соперника. Счет 1-0 в пользу Трансконтейнера, да, и Империал, естественно, еще не опустил руки, как и не нужно. Куликов. Ух, как здорово у него. Отобрали мяч. Так, ну, продолжаем немножечко. Мы отвлеклись от нашей встречи. Очередной угловой от Трансконтейнера. Это уже 4-й матч, если я ничего не путаю. Хотя с такими цифрами и вообще с таким давлением Трансконтейнера на ворота соперника можно будет вполне к концу встречи запутаться. Да, даже и не к концу, господи. Угловых, в принципе. Науму с мячом. Ищет адрес для передачи. Ну, играет, на мой взгляд, довольно бесхитренно, но тем не менее...
Да, друзья, ну что ж, то есть с прямым эфиром не ладится так, мягко говоря, сегодня день, но мы все-таки возвращаемся в эфир локальный. По-прежнему я, Михаил Фомин, по-прежнему здесь на поле перед вами играют уже во втором тайме команды «Трансконтейнер» и «Империал». «Трансконтейнер» в синем, да, как уже знаете, наверное, и «Империал» в красном. Счет 6-0 в пользу. 6-0 в пользу «Трансконтейнера». Желтая карточка сейчас летит в сторону команды «Империал». Ну, грубая игра, на самом-то деле. После второго гола, забитого уже, «Империал» был не очень доволен тем, что происходит на поле, тем, что делает судья. Да, претензий много было по тому моменту, как забит был второй гол в ворота «Империала». Я напомню, что это было... Ну, я не напомню, я расскажу, да, потому что этого вряд ли могли вообще видеть как-то и вряд ли увидеть так по-честному уж, да. Под свисток просто об окончании первого тайма был забит гол. И, собственно, вопросов было много в связи с этим, в связи с тем, что там футболист рукой себя подыграл, забивавший. Так, ну и желтая карточка теперь уже в обратную сторону получит ее Михаил Тарасов. Вопросов было много в связи с этим, в связи с тем, что там, кстати, забил рукой себя подыграл, забивавший. Ну и желтая карточка теперь уже в обратную сторону получит. И даже некоторые другие моменты игровые тоже у нас идут с повторами. Это прекрасно, кстати. Нововведение это называется. И «Трансконтейнер» очередной раз в атаке. Куликов, хорошая передача на партнера. Но тут, кажется, партнер не успеет. Да, мяч ушел за пределы поля, даже нам отсюда. Это было хорошо видно. Кондрашов не очень-то его догнал. Как-то бежал не очень быстро. Но на самом деле бежал аккуратно, бежал бережно к своим ногам. Потому что скользко, конечно, я думаю, вы заметили все снег, который есть на поле. И это, в общем-то, добавляет неудобства только. Футболистам. Ну вот, яркий тому пример, да, сейчас оказывается игрок «Империала» на газоне. 6-0. Что я могу сказать? Здесь полное подтверждение предматчевых раскладов, полное подтверждение того, что, в общем-то, на поле весь матч происходило. Абсолютный перевес «Трансконтейнера». Хотя в защите, вот, на мой взгляд, все-таки не идеально играет команда в синем, да. Но как-то «Империал» не спешит этим пользоваться. То есть даже не то, что не спешит пользоваться, очень часто не получается. А вот здесь хороший момент у «Империала» как раз-таки уже есть. Судья разрешает продолжить матч. Ну, как здорово, на выходе ногами играет Федор Плотников, голкипер «Трансконтейнера». Тем не менее, атака от «Империала», удар даже в сторону ворот, но это даже на самом деле не в сторону, мяч уходит в аут на противоположном конце поля. Так, и здесь еще один мяч прилетает со второго поля, так сказать, из-за спины. Пришла, откуда не ждали. Так, ну и, конечно, Плотников справляется с тем, чтобы выбить этот мяч хорошо на то поле, откуда он прилетел. «Трансконтейнер», ну вот посмотрите, подтверждение моим словам, да, очень рискованные какие-то передачи в непосредственной близости от своих ворот. «Трансконтейнер» исполняет, а вот в атаке все хорошо. Кондрашов, прекрасный прострел, но читает его Наумов. Ну, по-моему, еще останется в атаке «Трансконтейнер». Очень цепко играют футболисты в синем, да, не отпускают совершенно своих соперников. И серия ударов от одного Максима Галихина, да, с ней справляется также в одиночку Вадим Наумов. И будет угловой для «Трансконтейнера», очередной в этом матче, очередная опасность у ворот. Хотел посетить нашу тут съемочную позицию, съемочную одновременно комментаторскую, потому что сегодня в таких условиях даем эфир, в общем. В каких, спросите вы? Да в отличных условиях, в общем-то, не на что жаловаться. Матч, тем более, интересный, 7-0. Просто это разгром. Кому-то не нравятся, кстати говоря, разгромы. Вот слышал такое я мнение. Вообще оно довольно распространено, что неприятно наблюдать за избиением. Но не то чтобы здесь прям избиение. 7-0 это, конечно, счет очень крупный, но «Империал», повторюсь, может пользоваться ошибками «Трансконтейнера», которые они, естественно, допускают. И иногда даже у них получается этим пользоваться. Но, в свою очередь, «Империал» ошибается тоже довольно часто. Даже, я бы сказал, почаще своих соперников. Как, допустим, в моменте с той контратакой. Ну, с другой стороны, бросили все силы на то, чтобы забить хотя бы один гол. Да, попытались создать какой-то численный перевес в штрафную «Трансконтейнера». И совершенно оставили своего вратаря и получили за это гол. С этой стороны, конечно, терять нечего уже. 6-0, 7-0. Разница
в один забитый. Не знаю, но это, в общем-то, все не самые приятные разговоры. Естественно, пожалуй, вернемся на поле. Что у нас здесь происходит? Янковский с партнерами здесь пытается разобраться. На фланге уже мяч у Пашали. Махьянов мяч теряет, но у Махьянова есть возможность отбороться, так же, как у его партнера была, Денис Кузнецов. Едва ли, кстати говоря, на ногу не наступает футболист Трансконтейнера, это был, простите, не Денис Кузнецов. Сейчас опасная ситуация у Трансконтейнера, на пустые ворота уже отдаю передачу. Зайцев должен забить, капитан команды, но попадает защитника. Кстати говоря, да уже ж закатите, да. Марат Исхаков забивает свой очередной гол. Это ситуация у Трансконтейнера. Четвертый, на пустые ворота счету, уже отдаю передачу. Зайцев помню, должен забить, конечно, капитан команды. Но попадает защитник. Покер, а кстати говоря, если да я уже закатите. Да, ошибаюсь, то это может быть еще и... Марат Исхаков. Пентатрик, так называемый. Пять голов, когда забивает один футболист за один матч. Но это так, короткая справочка, если вдруг кто не знает, что это такое. Но, по-моему, четыре, друзья, кстати говоря. Кошмарная ошибка, не помнить, кто забил гол, но тут у нас с проблемами с техникой. В общем, прошу, помилуйте, если вдруг решите журить. Зайцев с мячом. Ну, Трансконтейнер в очередной раз забирает мяч под свой контроль. Совершенно уже никуда не спешат, просто продолжают катать мяч туда-обратно. Ну вот, сразу видно, что команда с запада подготовилась к этому матчу. Знали они, что нужно выигрывать, нужно забивать очень и очень много. Кстати, опасная ситуация сейчас. Трушкин укладывает защитник Плотников. В каком прыжке прерывает передачу Трушкина. И, собственно, даже сейчас вот в такой ситуации не получается забить команде Империал. Оказалось бы, ситуация, да, Трушкин какую передачу отдал, защитник уложил. А здесь опасная ситуация. Кондрашов передачу отдает на партнера. Кондрашов, надо бороться дальше, но 11 номер даже не побежал к этому мячу. Есть весь Зайцев, который хорошо очень играл весь матч, который продолжит, в принципе, хорошо играть на протяжении всего матча. Но недаром капитан вот тащит просто за собой команду по уровню игры, я имею в виду, естественно. Хотя Трансконтейнер сегодня, в принципе, смотрится довольно целостно, довольно сильно. Но, повторюсь, подготовилась команда, знали, что нужно забивать как можно больше, чтобы точно выходить с первого места, как бы там второй матч параллельный, так сказать, не закончился. Да, если там даже забытые выигрывают, у соперников забытых сложно будет выиграть с очень разгромным счетом. Исхаков борется, заваливает там защитника, но в рамках правил, как считает судья. И к тому же момент совершенно не получился у футболистов Трансконтейнера. Ну, возможно, получится сейчас. Сейчас. Очередная атака. Замена. Происходит в составе команды Трансконтейнер. Появляется Максим Галихин на поле. Он меняет 10 номера своей же команды, как ни странно, Павла Бочкарева. Штрафной удар в свое распоряжение получает команда Трансконтейнер. Слышал, как-то мне как показалось со скамейки, я указание, что пробить должен вышедший на поле Галихин. Но Галихин отходит. Видите, куда? Галихин сейчас будет создавать давление штрафной. Ну, движение даже штрафное, а не давление. До него в любом случае мяч не дошел, но будет, наверное, еще возможно. Еще одна замена появляется на поле у Трансконтейнера. Куликов. И меняет он Исхакова, насколько я видел. Большое преимущество создают на отдельно взятом участке поля футболисты Трансконтейнера. Какая опасная ситуация с выходом. Ошибается сейчас Вадим Наумов. Едва ли в пустые ворота уже не переправил мяч футболист Трансконтейнера. В очередной раз, да, это уже было бы в 9-й раз в этой встрече. Конечно, очень крупный счет. Даже для ЛФЛ такой отрыв и вообще столько забитых голов. Это редкость, может быть, не очень большая, но все-таки не каждый день даже мы такое видим.
тем более в матче между командами высших дивизионов, да, разных, но все-таки выше. Такое бывает редко. Штрафной удар еще один будет. Передача интересная проходила, по-честному. Но замкнуть ее никто не смог из футболистов трансконтейнера. В общем-то, счет остался прежним, но, по-моему, уже доигрывают матч и те, и другие. Красиво. Красиво сейчас пяточкой пытался из-под себя как бы ударить Антон Бушуев. Ну, это не совсем получилось. Бушуев, кстати говоря, автор первого гола. На мой взгляд, было бы красиво, если бы он сейчас забил, и больше бы команды нам забитых голов не подарили. Закольцевали бы мы, так скажем, композицию этого матча. Очередной раз к нам на поле прилетает чужой мяч, но совершенно это не останавливает атаку трансконтейнера. Удар издали. Ух, сейчас подставил бы, представляете, пяточку. Куликов, да, был бы. Наверное, красивый очень гол, но Бушуев неплохой удар наносил. А здесь Империал. Совершенно забыли, да, про свою защиту. Футболист трансконтейнера и, ну, поражайте уже ворота. Гол престиж этот пресловутый. Можно было вполне забить, но и с этим справляются. Футболист трансконтейнера, да, чудовищная ошибка, прямо скажем, была допущена футболистами в синем, да, но совершенно ей не воспользовались игроки Империал. Хотя, казалось бы, да, почему нет, но вот уже... прижали, так сказать, своих оппонентов футболисты трансконтейнера. Зайцев будет бить издали. Неплохо, но защита накрывает. Очередная быстрая атака от Империала. Как-то искорка, знаете, появилась в этой игре, на мой взгляд. Под конец матча Империал, по-моему, поверил в то, что можно как-то испортить картину трансконтейнеру. Можно подсолить, так сказать, этот очень сладкий матч. Сладкий, для, естественно, для трансконтейнера. И забить. Все-таки 1-0. Размочить счет. Ну, попробуем. Ну что ж, мы будем только рады этому. В общем-то, голы — это всегда здорово. Особенно, если не в одни ворота. Но судья заканчивает матч раньше, чем удается счет этот самый размочить. Что ж, шестой тур Кубка ЛФЛ для команд трансконтейнер и Империал заканчивается. Для вас матч прокомментировал я, Михаил Фомин. Счет 8-0. Поздравляем трансконтейнер с победой и с выходом в плей-офф. Ну что ж, друзья, смотрите ЛФЛ, Кубок ЛФЛ, все чемпионаты. И вообще смотрите футбол. И до новых встреч на ЛФЛ ТВ.